Пьяный водитель разбил три машины на центральной улице Бельц. Ауди с выпившим водителем за рулем протаранила ехавший впереди микроавтобус и отлетела в припаркованную машину такси. ТТП произошло сегодня утром около 6:30 рядом с перекрестком улицы Штефан Челмари и Тисамицану, передает ESP.MD. Водитель Ауди 31 года не выдержал дистанцию с ехавшим впереди микроавтобусом-хлебовозом Мерседес и врезался в него на большой скорости. После удара Ауди отбросила на соседнюю стоянку в припаркованную там машину такси. Водителю и пассажиру Ауди понадобилась медицинская помощь. Полиция выяснила, что спровоцировавший аварию водитель был под воздействием спиртного. Наказание ему назначат на основании результатов медицинской экспертизы. В зависимости от степени опьянения оно может быть административным или уголовным.